расскажут о том, что сбили ребенка, и опять же прекрасная машина уехала. О чем еще они рассказывают? У нас есть другие журналисты в нашей чудесной стране. Катерина Андреева, передадим ей привет. Ее не сажают, не увозят в лес. В нашей стране есть полицейское государство. Свобода в нашей стране опасна. Свободное слово и слово правды опасно. Опасно для того, кто это говорит. Давайте поможем журналистам делать свою работу. Делать свою работу честно. Делать свою работу достойно. Делать свою работу, не боясь за своих детей. Не боясь за своих жен и мужей. Не боясь за своих родителей. Давайте поможем им. Они пишут не в темноту. Они пишут и снимают свои сюжеты не в пустоту. Они работают для вас. Но Бастрыкин этого не знает. Он не выписывает ни новую газету, ни New Times, ни остальные нормальные газеты. Он не выписывает Коммерсант. Зачем ему? Он услышал, что его оскорбили. Значит, конечно же, это госдеп. За 12 тысяч у нас можно убить человека, скрыть об этом обстоятельства. А тот, кто об этом написал, конечно же, слуга госдепа. Дорогие друзья. Бастрыкин! Ты не мужчина! Бустрыгин! Ты не офицер! Нет, я извиняюсь, пожалуйста, у нас одиночный пикет, иначе заберу. То есть им надо дать только шанс. Вас как зовут? Не важно. Бустрыгин! Ты не офицер! Ты предал свою присягу! Сожги свою горку! Не позорь мою страну! Бустрыгин! Ты не офицер! Бастрыкин, ты не мужчина! Господи, зачет, да. Ладно, извините. Короче, ребят, склеивайте это дело на YouTube. У меня предыдущий на YouTube не вылез.